Вот она поближе снимаю. Вот такой окрас. Светлые глаза. Все красиво. Белый чубатый. Друзья, всем привет. Вот сегодня хорошая погода. Гоняем бакенцев. 4 бакенца, 2 белые и 2 теле. Вот они. Перед гоном покормил. Я заметил, что если кормить перед гоном, то они очень хорошо летают. А именно кормлю я этим соргом. Чуть-чуть даю. И вот после этого они летают как сумасшедшие. На улице минусовая температура. Сейчас покажу, на какую высоту они сейчас. Вот примерно так. Были еще выше, но я пока искал, искал, не нашел. Потом они чуть-чуть спустились. Вот они, красавцы. Даже там на высоте играют. Вот, зимой птичка тоже хорошо летает. Я не знаю, там на высоте какая температура, если здесь минусовая. Ну, летают нормально, летают уже больше часа. Вот так, хищника нету. А то я сижу, смотрю. Иногда просто теряются голуби и даже не видишь. Забрал или просто они потерялись. Вот. Будем ждать посадку, снимать игру при посадке. Здесь два хороших белых есть, которые нормально вытягивают столбы. Вот у нас 13.22, они еще летают там наверху. Даже надо опять искать. Сейчас посмотрим еще сколько будут летать. Еще полчаса прошло, вот они идут на посадку, ну только втроем, одного нету, молодого теля, светлый, потеряли они там его наверху, вот втроем, сейчас посмотрим, а то он отдельно где-то летал всегда. Может, сейчас также буду спускаться еще, посмотрим. Нашел четвертого. Вот они. А четвертый молодой пескун. Я покажу, когда будет спускаться. Так. Ну, он вообще почти в точку. Сейчас я только его нашел. Пока этих поснимал, опять потерял. Ну, сейчас они спустятся, покажу. Он выше. Я думал, он спустился где-то, а он выше. Молодой теленок еще там наверху. Буду до конца сидеть и ждать его. Интересно даже посмотреть на его состояние, так как он первый раз только летает и еще на такую высоту. И еще и отдельно. Отделился, значит, хороший голубь будет, индивидуальный. Надо сейчас посмотреть на часы, сколько они же отлетали. Вот чиль пошел. Вот, вот. Красиво пошли. Все сразу. Вот чиль опять идет. Вот я со стороны снимаю.
далековато, но я думаю, на большом экране будет видно нормально. И все, опять идут наверх. Так, очередной подход. Наконец-то открылись и белый. Пошел красиво. Все, три сели, ждем молодого. Так, эти сели у нас в 13:54. Плюс еще 32 минуты они отлетали. Ну, получается почти 2 часа. Молодой там еще наверху. Несколько раз увидели его. Сейчас буду сидеть и ждать. Состояние нормально. Никто не задыхается. Вот даже воробьи на солнце сидят. Вот он еле кувыркается еще. Игры у него хорошей нету. Но летает нормально. Если они так дальше будут летать, то я посмотрю, может, найдем место и для них. Вот он опять идет наверх. Вот состояние. Шикарная голубочка будет. Если наберет игру, как сестра, то я буду очень рад. Ну вот, как-то так, друзья. Гоняйте птицу. Всем пока. Вот он устал, наверное, то сбавляет высоту, видите, специально делает. Кто-то скажет, что он так играет. Нет, он просто хочет сбавить высоту и вот так кувыркается. Если голубь не может пикировать, вот он так в такой стиле выбрасывает высоту. Сейчас посмотрите. Вот. Видите, как быстро. Просто остался один. За несколько секунд он сейчас на крышу будет. Хитрый.